Там все. Кто еще об этом знает? Еще двое. Но они будут молчать, как и ты. Оригинал где? У адвоката. Он знает, что с этим делать. Если со мной или с моей дочерью что-нибудь случится. Как вообще это к тебе попало? Очень просто. Митя хотел уйти. Совсем. Он просто хотел получить свои деньги. Он не доверял тебе. И поэтому, когда ты пришел, он включил видео на мобильном телефоне. Картинки там совсем мало, а звук весь. Телефон как к тебе попал? Эта квартира была съемной. Договор был оформлен на меня.